Мы проводим базовый курс по эндоскопической хирургии околоносовых пазух и основания черепа. Были вопросы по поводу того, собираемся ли мы расширять как-то сегодняшнюю программу. Скорее наоборот. Мы уже более 5 лет проводим мероприятия подобного рода. Они, как правило, все-таки связаны с расширенными показаниями к эндоскопической хирургии. И в частности, эндоскопической хирургии основания черепа и смежных или окружающих анатомических структур. В процессе тех больших курсов мы начали понимать, что есть масса докторов, которые только начинают свой путь в эндоскопической хирургии. Получив множество запросов на проведение такого стандартного базового курса, на котором мы больше будем уделять внимание хирургии околоносовых пазух и тем нюансам, которые с ним связаны, мы задумали и провели данное мероприятие. Сегодня в первый день мы с моими коллегами прочитали лекции. Я представлял хирургию лобной пазухи, назальные ликвореи. В том числе была лекция по новообразованиям осинонозальной локализации, тактике, что делать, как делать, когда делать. Вот сейчас идет работа на тренажерах. Тренажеры великолепные, они анатомически идеально копируют диссекционный материал. Я делал презентации по эндоскопической синусотомии, по осложнениям эндоскопической хирургии. Третья лекция у меня была посвящена техническому оснащению современной операционной, где было представлено все оборудование, которое есть в стационаре, где работаю я, и которое позволяет добиваться хирургам в настоящий момент хороших, стабильных результатов. Это та базовая информация, которую должны получить курсанты для того, чтобы начать самостоятельно работать. Во-первых, желание. В наше непростое время они все оказались здесь. Мануальные навыки. Это работающие специалисты. Некоторые из них в своих стационарах оперируют только открытую хирургию, делают только открытые доступы. Но сейчас, даже сегодня на муляжах, навык просто растет с минуты в минуту. Для меня этот курс выездной является первым в моей практике. Я с огромным удовольствием получаю ту информацию, которую мне представляют мои коллеги. Все безумно нравится. Устная часть, практика, все на высоте. Получаю просто неимоверное удовольствие от учебы. На современном этапе развития онкологии, безусловно, важнейшее значение имеет повышение качества жизни пациентов. И поиск путей нового хирургического лечения, в частности злокачественных опухолей головы и шеи, привел меня на эти курсы. Наше отделение является одной из крупнейших на юге России, и наши молодые хирурги, я уверена, заинтересуются этим направлением. Мы продолжим дальнейшее изучение на этих замечательных курсах. Большое всем спасибо за участие, потому что для нас еще очень важно, чтобы мы передавали знания, те, которые были накоплены нами, нашими учителями, дальше. Специальность для улучшения уровня помощи оториноларингологической по нашей стране и для того, чтобы квалифицированную помощь пациенты могли получать не только в больших городах, но и в регионах. Это наша миссия.